Изначально в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о столкновении трех автомобилей на Советской площади. Два из которых – основные участники аварии. Третья – «Лада Приора» – просто, так сказать, лишь слегка поцарапалась об отъехавший на нее джип. Авария произошла следующим образом. Новенький внедорожник «Лексус» двигался в сторону компрессорного завода. В какой-то момент прямо на него вылетела не вписавшаяся в поворот 14-я «Лада». Избежать столкновения никак не удалось. Прям лоб в лоб вылетел, что ли? С этой стороны вылетел, правда. Он даже тормозить не пытался? Какой там пытался? Водители и пассажира «Лексуса» от травм спасли подушки безопасности. Водителя «Лады» 14-й модели с переломом ноги и сотрясением мозга доставили в больницу. «Лада Приора» получила незначительные повреждения. И после оформления необходимых документов водителя на своем же авто отпустили домой. Больше в аварии никто не пострадал.